Всем привет! С вами Натали, и сегодняшнее видео будет снова о вот таких вот коробочках. Та-дам! Здесь у меня три коробочки сегодня от сюрпризатора. Ну, те, кто смотрит мой канал всегда, постоянно, не пропускает практически ничего, те знают, что я распаковываю, в общем, три коробочки, в которых я не знаю что. То есть на то и есть сюрприз, сюрпризатор. Я не знаю, что здесь. И сейчас я хочу открыть все это дело вместе с вами. И если вам интересно посмотреть, что там, то оставайтесь со мной. Наелась смесь, короче, я с орехами, там, короче, сухофруктом в зубах все застряло. Ладно, сейчас как-нибудь прокатит. Итак, первую коробочку я хочу открыть вот такую. Она перевязана зеленым бантиком, а это значит, что внутри что-то съестное. Пока я не распаковала ее, ну вот вы сейчас смотрите видео, вы, конечно же, узнаете, что там, но пока я не распаковала, вы все-таки пишите в комментарии, как вы думаете, что вот здесь. Также я буду спрашивать с последующими коробочками. В общем, здесь у нас что-то съестное, и я ставлю, в общем, на то, что... Скорее всего, здесь какая-то, знаете, такие продают в Читай-городе и еще в каких-то магазинчиках разных, книжных, называется «Сладкая скорая помощь», вот что-то такое. Знаете, почему я так подумала? Потому что очень сильно гремит. В общем, давайте посмотрим. Мне кажется, что я отгадала. Может быть, нет, а может быть, нет. Так. Слушай, такая это коробочка, как это... Под лапшу, под китайскую коробочку-то. Наташа сейчас все сломает. Ха! Я догадливая. Вы представляете? Я угадала, что здесь сладкая помощь, реально. Ну, правда, называется как-то не так. Вот, смотрите, здесь у нас лежат малинки розовые и зелененькие. Да, здесь смайлик такой ржущий нарисован. Здесь лежат жевательные мармеладки маленькие, синие с красным, с начинкой, да, с белой начинкой. И тоже смайлик вот здесь приклеен, причем смайлик такой, знаете, этот Бэтмен такой, с клыками такой, прикольный Бэтмен. И вот здесь драже, наверное, внутри там шоколадная начинка, драже, ну, как ММДМС, только не ММДМС, в общем, вот. И здесь тоже ржущий смайлик. Так что смотрите, я догадливая бабенка. Господи, я серьезно догадливая бабенка. О! Так, следующий. Давайте откроем вот эту средненькую коробочку. Знаете, здесь... Вот странный звук. Такое ощущение, что... Что-то картонное, что ли, там. Или какая-то маленькая мягкая игрушка. Я не знаю. Напишите тоже в комментарии, что вы думали. Я вот честно, без понятия. В общем, я предугадываю либо какие-то карты... Либо какая-то мягкая игрушка, не знаю. Давайте посмотрим вместе, все узнаем. Мне главное себе глаз не выколоть ножницами, а то это так. И, короче, без глаза останусь и буду одноглазым жжом. Зато, в принципе, наверное, стану более популярным блогером, если я буду без глаза. Потому что я вот, честно говоря, не видела блогеров, которые с одним глазом. Интересно, это интересно. Так, вот такая коробочка. Итак, открываем. Знаете, что здесь шумело? Здесь очень много насыпано вот этих вот смягчающих штучек. Так, а внутри... Часы! Обалденные часы! Слушайте, блин! Часики выполнены... Знаете, сначала хотела сказать под гжель. Потому что вот синий принт на белом, да, но это не гжель. Ну, то есть, по рисунку-то да, но здесь нарисованы, в общем, эти цветы, и очень они похожи на пионы. А пионы очень, ну, мои любимые цветы. О, офигенные, слушайте, блин, они такие стильные, господи. Вот я серьезно, я просто рада. Спасибо большое, сюрпризатор, мне, правда, очень приятно, часы классные. Очень симпатичный. И, значит, последнее. Последний пэк. Это вот такая коробка. Знаете, она, не скажу, что тяжелая, но увесистая, увесистая. И внутри там что-то жидкое. Я не могу. Слушай, давайте не буду трясти, а то вдруг я сломаю. Не-не-не. А то мне еще, кстати, в комментариях, мне в прошлый раз кто-то написал. Господи, зачем так трясти? Вы что, ну ты скажешь, ты больная? Скажу, ты больная? Чё ты все трясешь, как макака? Хватит трясти, все сломаешь, короче.
И вот, ну не знаю, как-то так заведено, что, знаете, когда не знаешь, что внутри, вот как-то хочется потрясти. Но я вам скажу, что да, там что-то жидкое. И я не знаю. Я не знаю, я даже не буду предполагать, потому что я без понятия. Слушайте-ка, здесь что-то интересное. Здесь что-то интересное. Блин, мне такое лицо, когда я открываю. Сейчас. Это что, это колонки? Подождите-ка, подождите-ка. Вот, смотрите. Это, по-моему, колонки внутри с водой, и они светятся. Это не может быть. Не может такого быть, подождите. Нет, это колонки. Это колонки нахрен. Колонки. Сейчас. На. Я в шоке просто. Я просто в шоке. Серьезно, народ, прикиньте. Ё-моё. Ё-моё. Это нахрен колонки. Слушайте-ка. Я ж теперь буду романтические вечера устраивать, музыкальные. Я сейчас как раз подсела, стала много новой крутой музыки искать, добавлять себе в плейлист ВКонтакте. Кстати, заходите ко мне в гости ВКонтакте, ссылочка вот, ну, в описании, конечно же, видео на мою страничку. И слушайте музыку, может быть, вам понравится что-то, что есть у меня. Офигеть, я просто в шоке, вот я серьезно в шоке, я не могла подумать. То есть я, конечно, сейчас не соображу, как и что ими пользоваться, но я сегодня вечером их подключу, сделаю вам фотку, короче, в Твиттер. Так что да, кстати, блин, сижу тут, пиарюсь нахрен, короче, в Твиттер заходите ко мне, я выложу фоточку этих колонок, господи, я просто не знаю, спасибо огромное сюрпризатору, я вот в шоке, правда, это очень приятный подарок, я в шоке. Я, кстати, видела в магазине такие колонки, они мне очень понравились, я так замерла у них, а они работали, стояли такая... Стояла, короче, на эти колонки залипла. Казалось, вроде, ну, 21 век на дворе. Чего сейчас только нету? Чего ты, Наташа, удивляешься? Ну, вот я не знаю. Ну, вот я залипла, и все, мне понравилось. И теперь у меня нет. В общем, на этом видео надо заканчивать, а то что-то я как-то затянула. Я надеюсь, вам это видео понравилось. У меня прям улыбка, кстати, не сходит вообще с лица, потому что я очень рада. Клевые подарки. Вот, все, не буду вам толкать никакую длинную рекламную речь, я просто оставлю ссылку на сайт Сюрпризатор, где вы можете заказать сюрпризы своим близким, себе, любимым людям. В общем, все, переходите по ссылочке, смотрите, изучайте сайтик, заказывайте, покупайте. Вот. Ну и все, на этом я, значит, с вами буду прощаться, увидимся с вами совсем-совсем скоро. Заходите ко мне на страничку ВКонтакте и в Твиттер, я еще раз себя пропиарила. Ну и все, всем пока!